Не нужно дрочить, это не член. Да, незачем дролить кубик, нужно кубик собирать. А для этого нужно сделать что? Вы все, наверное, видели способы по быстрому сбору кубика Рубика. Кто-то называет их формулой Бога, кто-то крутит уже собранный кубик и путем нехитрых перестановок собирает его назад. Это алгоритм Бога, вот эта формула, с помощью которого можно осуществить алгоритм Бога. Эта комбинация работает. Это все, конечно, шутки. Есть формулы, собрали крест, слои, углы. Этого довольно много в интернете. Я сам собрал кубик за 40 минут. До этого его не мог собрать, даже не поверите, сколько лет. Но 40 минут это очень долго. А что, если использовать принципы Харли Дэвидсона и его друга, который рекламирует сигареты из одноименного фильма? Курок нужно нажимать, Харли. Его не нужно дергать. Его не нужно дрочить, это не член. На него нужно просто нажать. Да, незачем дролить кубик, нужно кубик собирать. А для этого нужно сделать что? Всего лишь разобрать. И далее собрать по молекулам. Вы скажете, почему не по атомам? Но если будем собирать по атомам, есть большая вероятность накосячить. Ведь мы не знаем, какой кубик с каким должен соединяться. А уж если вот эту вот крестовину разберем, то и подавно можем накосячить. Берем для начала крест. Надеюсь, вы его не разобрали. Подбираем нужный угол. Как говорят профессионалы, собрали первый слой. Всякие лишние части лучше удалять сразу. Делаю первый раз, поэтому, возможно, долго. Собраны два слоя, и как вы видите, довольно просто и очень эффективно. И это, я вам скажу, настоящая сборка кубика. Не всякое там кручение, верчение. Это настоящая хардовая, тяжелая сборка кубика. Но она надежная, как молоток. Никаких лишних движений. Самое сложное – последние два угла собрать. Спросите у любого профессионального сборщика кубиков-рубиков. Это сложно. Но мы не сдаемся. Остался один. Та-дам! Кубик мы собрали. Да, не 20 секунд. Да, немножечко дольше. Но, во-первых, этот способ развивает мелкую моторику. Во-вторых, вы будете понимать устройство кубика, каким образом передвигаются вот эти вот верхние квадраты. И самое важное и интересное, если кто-то хвастается, что собирает кубик за 20 секунд, берете его кубик, разбираете. И поверьте, за 20 секунд он его не соберет. Плюс зрелище будет еще то. Способ очень надежный, крайне рекомендую.